Так, начинаем вязать голову нашему пупсику. И я набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Провязали 6 столбиков без накида. Второй ряд. Второй ряд провязываем так. В каждую петлю 2 столбика без накида, прибавку. В каждую петлю провязываем прибавку. Маркер ставлю в первый столбик. Первый столбик. И продолжаю дальше. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая. Подтягиваю хвостик. Пятая. Второй ряд у нас получается 12 столбиков. Третий ряд. Снимаю маркер. Провязываем первый столбик. Ставлю маркер обратно. В следующую петлю прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так, продолжаем до конца ряда. В третьем ряду у нас получается 18 столбиков. Провязали третий ряд. Четвертый. Снимаю маркер. Провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно в первый столбик. Провязываю второй столбик. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. В четвертом ряду у нас получается 24 столбика. 4 столбика, пятый ряд. Снимаю маркер. Провязываем 3 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. Провязываю еще 2 столбика. И прибавка. Так нужно повторить до конца ряда. Всего 6 повторений в пятом ряду. И в конце ряда 30 столбиков. Шестой ряд. Шестой ряд провязываем так. Снимаю маркер. Провязываю 4 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. И в следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. В шестом ряду у нас получается 36 столбиков. Седьмой ряд провязываем так. 5 столбиков без накида. В первую петлю я ставлю всегда маркер. 2, 3, 4, 5 и прибавка в следующую. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И получается у нас 42 столбика по кругу. Дальше 8, 9, 10, 11 и 12 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 42 столбика без накида. 5 рядов. Давайте так провяжем. Теперь 13 ряд. 13 ряд провязываем так. Снимаю маркер. Один столбик без накида. Ставлю маркер обратно. 1 мы провязали уже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 и 11.
Провязав 11 столбиков, теперь вяжем по схеме. Убавка, один столбик без накида. Так нужно сделать 6 повторений. Вторая убавка, столбик без накида. Третья убавка. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. И шестая. И столбик без накида. Вот так мы должны сделать 6 повторений. И дальше до конца ряда 13 столбиков провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 13. Вот такая деталь у нас получается. Теперь следующий ряд, это 14. Снимаю маркер и провязываю столбик без накида. Ставлю маркер обратно и провязываем еще 10. Это уже будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть мы должны провязать 11 столбиков после маркера. Вот в начале ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязав 11 столбиков без накида, вяжем теперь по схеме. Прибавка, один столбик без накида. Так мы должны сделать 6 повторений. Вторая прибавка, один столбик без накида. Третья прибавка, один столбик без накида. Четвертая прибавка, один столбик без накида. Пятая прибавка, один столбик без накида. Шестая прибавка и один столбик без накида. И дальше до конца ряда провязываем 13 столбиков без накида. Итак, провязала я до конца ряда. Теперь 15 ряд. Провязываем 11 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Теперь провязываем так. Прибавка. Один столбик без накида. Вторая прибавка, столбик без накида. Третья прибавка, столбик без накида. Четвертая прибавка, столбик без накида. Дальше провязываем 2 столбика без накида. И дальше провязываем 1 столбик без накида, прибавка. Вяжем зеркально. Первая прибавочка. 1 столбик без накида. Вторая прибавка.
один столбик без накида, третья прибавка, один столбик без накида, четвертая прибавка. До конца ряда провязываем 13 столбиков без накида. У нас получается в этом ряду 50 столбиков, и дальше мы провязываем 12, 13 и 14 ряд без прибавок и убавок, 50 столбиков без накида по кругу. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 14 рядов, вот такая вот получается уже деталь. Теперь 15 ряд. Снимаю маркер и провязываю 11 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь провязываем так. Убавка. Один столбик без накида. Вторая убавка. Один столбик без накида. Третья убавка. Один столбик без накида. Четвертая убавка. Один столбик без накида. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Теперь вяжем зеркально. Один столбик без накида. Убавка. Это будет первая. Один столбик без накида. Убавка вторая. Один столбик без накида. Убавка третья. Один столбик без накида. Убавка четвертая. И дальше до конца ряда провязываем 13 столбиков без накида. В конце ряда у нас должно получиться 42 столбика. Вот так. У нас в этом ряду получается, мы должны провязать 8 убавок. 4 с одной и 4 с другой стороны. Итак, 16 ряд. 16 ряд провязываем так. 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5. И убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда должно получиться 36 столбиков. Всего 6 повторений должно. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязали мы ряд. Теперь следующий, 17 ряд. Снимаю маркер. Провязываю 4 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. В первый столбик. 4 столбика без накида провязали. В первый столбик я ставлю маркер. В следующую делаю убавку. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда должно получиться 30 столбиков без накида. 18 ряд.
Провязываем убавку через каждые 3 столбика без накида. Провязываем первый столбик, ставлю маркер обратно в первый столбик, провязываю еще 2 столбика без накида, всего 3, и убавка. Теперь мы делаем убавку через каждые 3 столбика, всего 6 повторений, и в конце 24 столбика. Итак, набила я уже голову. Очень хорошо, плотненько. Ну так, не то чтобы слабенько, но и не слишком плотно, потому что мы же будем делать с вами нитяное крепление головы, и чтобы слишком плотно она не должна быть, сама голова, чтобы она мы могли вставить сюда в отверстие, сделать отверстие, в общем. Итак, в общем, набили средней плотности голову, и теперь провязываем 19 ряд. Девятнадцатый ряд провязываем так: 2 столбика без накида, 1-й столбик я ставлю маркер и убавка. За передние полупетельки провязываем убавку. Так нужно провязать до конца ряда. В конце должно получиться 18 столбиков. И всего должно быть 6 повторений по кругу. Дальше. С 20 по 27 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем. Итак, провязала я. Здесь пусто у меня. Там я сделала себе отверстие. Пальчиком можно вот так вот разъединить весь холофайбер, чтобы у нас была возможность туда всунуть вот эту трубочку. И теперь 28 ряд провязываем так. 1 столбик без накида, убавка. Так нужно повторить 6 раз, в конце 12 столбиков. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Теперь провязываем 29 ряд, все шесть убавочек. В конце должно получиться 6 столбиков. 1. 2. 3. 4. 5. И 6. Обрезаю подлиннее хвостик, чтобы было удобно нам делать, стягивать и вытягивать и втягивать вот эту трубочку. Теперь затягиваю и теперь стягиваем вот это отверстие, одеваю иголку. Иголочку одеваю сразу длинную. Вот такую иголочку одеваю с большим ушком. Аккуратненько, чтобы не вот так вот. Аккуратненько продеваем. Потому что все равно вот это отверстие, оно не такое большое, как на тупых иголочках больших. Все, и теперь стягиваем отверстие.
шестой раз. Вот, делаем узелочек и еще. Теперь в центр ввожу иголку. Вот, ввожу иголочку и вывожу вот из кольца амигуруми. Вот колечко амигуруми. Продеваю иголку. Не спешим, потихонечку. Теперь пальчиком помогаем вот эту трубочку вовнутрь всунуть. Вот так. Правильно распределяем. Вот трубочку всунули. Надеюсь, вам видно. Вот я всунула трубочку, пальчиками все поправляю. Вот. И все. Ввожу в колечко и вывожу в любое место, чтобы запутать ниточки. Все, и отрезаю хвостик. Голову мы с вами связали. Вот такая головушка получается. Теперь смотрим. Вот эти убавочки, которые мы делали, убавки и прибавки, это были 13 и 14 ряд. И вот здесь, на этом уровне, мы будем с вами вышивать глазки. Вот на этом уровне будем вышивать глазки. Теперь смотрим, где мы с вами делали убавки и прибавки. Я беру, чтобы мне было лучше видно и понятно. Вот конец убавочек или прибавочек. Вот один. И с другой стороны. Вот. Они тут отчетливо видны. Эти убавки и прибавки очень четко видны. Вот. И вот это будет наше лицо. Вот это будет наше лицо. Теперь приблизительно разделяем напополам. Делим приблизительно напополам. И вот серединка. Определяем серединку нашего лица. От серединки мы отсчитываем 2 петли с одной стороны, по верхней части можно считать, и с другой стороны. Вот здесь. Вот здесь мы будем вышивать с вами глазки. На глазки у нас будет уходить 4 столбика. 1, 2, 3, 4 с одной стороны и 4 с другой стороны. Вот эту убираем и ставим на ряд ниже. Вот здесь у нас будет носик посерединке. Теперь 14 и 13 ряд, вот они, по нижней части и по верхней части. Вот эти два ряда захватывая, мы будем с вами вышивать глазки. Ниточку мы берем такого же цвета, как и вязали голову. Давайте я сейчас одену ниточку и будем вышивать с вами глазки. Итак, я беру иголочку с плюшевой ниточкой, ввожу в любое место,
чтобы мы потом смогли зафиксировать. И вот беру и вывожу там, где мы поставили с вами иголочку. Вот, иголочку убираю. Вот, и вывожу. Хвостик оставляю. И вот ввожу теперь во вторую, там, где вторая иголочка, и делаю 3 стежка. Делаю 3 стежка по верхнему ряду. По верхнему сначала ряду прохожусь 3 стежка. Не спешу, чтобы у меня ниточки не запутывались. Теперь вот так на верхнюю часть ложу, придерживаю ниточку, не затягиваю и вышиваю сначала верхние, по верхнему иду, вот, по верхнему, вот, и опять. Так, выкладываю, как мне будет больше нравиться. Теперь смотрите, вывожу уже на второй ряд, на следующий ряд вывожу. И теперь по следующему ряду, вот по нижнему ряду. Вышиваю по нижнему ряду. Смотрю, чтобы было равномерно, ввожу. И 3 раза прошиваю здесь. Так, хвостик немножко удлиняю. Все, один глазик мы с вами прошили. Я обратно вот так вот по нижнему, вот так вот краю ввожу. А вывожу уже на следующий глазик и убираю иголочку. Если ниточка позволяет, если не позволяет, тогда можно зафиксировать ее и новую взять. Вот. Глазик мы один сделали. Теперь вышиваем второй глазик. Смотрим, все ли нас устраивает. Вышиваем второй. Убираю иголочки. И иду на нижний ряд. Вот на нижний ряд. По нижнему ряду прохожусь 3 раза. Если глазки идут неравномерные, можно их выровнять с помощью стежков, можно еще раз пройтись. Мне кажется, один глазик больше второго, но сейчас посмотрим. Я вывожу обратно в это же. Вот так вот.
и вот так вот пройдусь еще. Поправляю. И вот так ввожу сюда, а вывожу уже там, где наш хвостик. Вот. Глазки вышили. Ниточку можно зафиксировать. Завязать на узелочек. И теперь ввожу опять в это же отверстие. А вывожу в любое место. Вот. И наши узелочки прячутся, вот видите, спрятались в тело, в деталь. Все, путаю ниточки, и обрезаю хвостик. Все лишние ниточки убираю. Эту ниточку можно, допустим, вот так вот как-нибудь обрезать и спрятать. Вот так. Все, глазики поправляю. Все. И теперь надо вышить носик. Беру обратно эту же пряжу, одеваю. То мы захватываем носик через 3 петли. Смотрим, чтобы они были равномерны. И на ряд ниже. Носик будет у нас на ряд ниже, чем глазки. Между глазками вот 3 петелечки. Вернее, нет, надо же заходить вот где-то с одной стороны, чтобы зафиксировать ниточку. Вот. Оставляем хвостик и через 3 петли. Вот так. Вот, отступив всего лишь один ряд. Теперь просто через вот эту вот полосочку, которую мы с вами прошили, прошиваем носик. Если вы видите, что вам, ну, он маленький или еще какой-нибудь, можно еще раз пройтись. Давайте еще раз пройдемся в обратную сторону. Ввожу
и вывожу вот там, где у нас хвостик. Придерживаю, чтобы хорошо зашла. Вот такой носик. Теперь на узелочек завязываем и точно так же прячем ниточку, как и на глазках. В это же место вставляю иголочку, вывожу в любое место. И вот прячу вовнутрь узелки, путаю ниточки. Вот, и теперь спрячем вторую ниточку. Обрезаем хвостик. Все чистим. И вот такое вот получается личико. Дальше давайте с вами вышьем реснички и бровки. Для этого я возьму Ярнар джинс черную и разделю ее на две части. У меня уже она есть разделенная. Вот я ее разделила, потому что целая Ярнар джинс, она слишком толстая, а это идет в два раза тоньше. Поэтому я ее разделила вдвое. Одеваю иголочку поменьше с толстым ушком. Вот. И давайте будем вышьем реснички. Опять в любое место заходим. Как мы зайдем? Ну, давайте вот отсюда зайдем. Зайдем сразу на ресничку, хвостик оставляем и вот так вот проходимся по глазику, как бы вышивая глазик. И к уголочку. Теперь можем вернуться через стежки наши. Возвращаемся вот через ниточку, продеваем, чтобы был плавный переход. Вот так.
Теперь вставляем иголочку сюда, выводим тут рядышком и вышиваем ресничку. Еще одну. Вот сюда, вот так вот. Ну, смотрим уже на свое усмотрение. И переходим на второй глазик. Вот такая ресничка получилась. И переходим на второй глазик, чтобы симметрично прошить второй. Давайте тоже вот так вот сделаем. Вот так. И теперь продеваем через ниточки, чтобы они были, ну, плавный переход был, вот, через ниточки, не вставляя, а сквозь ниточки, вот, и тогда будет плавненький переход. Так. Теперь переходим на на бровки. Смотрим. Если вам все нравится, вот если равномерные реснички, то есть все устраивает, можно вот эти глазки подправить. Вот, если вас все устраивает, все, тогда, ну, как бы фиксируем это и все, и дальше вышиваем бровки. Если нет, если вас что-то не устраивает, вы можете всегда отрезать и начать сначала. То есть это не должно быть с первого раза прямо все тютелька в тютельку, чтобы получилось. То есть вышиваем по мере того, как смотрим, симметрично, несимметрично, нравится, не нравится. Опять пообрезали и по новой сделали. Ну, если вот так вот по глазику идти, то, в принципе, должно быть все правильно. Теперь вышиваем бровки, тоже смотрим, где наши бровки. Вот, слишком далеко взяла. Тоже перехожу, смотрю, чтобы у меня было все. Вот. Ровненько по глазику. Если мне бровки не понравятся, я же всегда могу их переделать. Поэтому ничего страшного не будет, если что-то пойдет не так. Правильно? Так, перехожу на хвостик. Где наш хвостик тут? Чтобы зафиксировать ниточку. Так, смотрю, нравятся ли мне мои бровки. Поправляю их. Вот.
В принципе, нравится мне. Все точно так же. Завязываю на узелочек и прячу ниточку. Лицо оформляется не быстро, ну и недолго. Если наловчиться, то, в принципе, оно быстро делается. Ну, спешить не стоит в этом случае, потому что если лицо мне не нравится, допустим, то все, мне кукла или какое-то животное, если мне мордочка не нравится, все, кукла не удалась или игрушка. Поэтому мне главное, чтобы мордочка или лицо было удовлетворило меня. Итак, и теперь здесь. Обрезаю. И все. Вот такая вот спящий ребеночек у нас вышел. Теперь смотрите, мы можем здесь вышить ротик внизу, можно его не вышивать. То есть тоже смотрите, как вам больше нравится. Я прикладывала, ну, мне не нравится. Не нравится мне с ротиком, конечно. Вот, вы смотрите сами, как вам больше нравится. Вот, можно взять ту же самую пряжу, в которой мы вязали тело, и вот вышить ротик вот внизу. Можем вышить. Давайте сейчас посмотрим. Мне и нравится, и не нравится. Я пробовала разные. Вот. Ну, сейчас посмотрим вместе с вами. Если вам понравится, чтобы вы знали, что ротик можно сделать. Любого другого цвета, розовый там или еще какой-то, не знаю, мне не нравится вообще от слова совсем. Но еще можно попробовать ротик именно. Ротик должен быть чуть-чуть на одну петлю больше, чем носик. Пропускаем два ряда от носика, оставляем хвостик, и вот одну петлю от носика с одной стороны и одну петлю от носика с другой стороны. Вот сюда я вставляю, и вот ввожу там, где наш ротик. Можно еще раз, и уже много не надо, потому что, ну, как бы, ну вот как-то так. В общем, не знаю я. Если вам нравится, то вышивайте ротик. Если нет, то фиксируем ниточку. Опять вставляю, как всегда, в это же отверстие и вывожу любое место, чтобы спрятать узелки. Все, и прячу ниточку.
прячу второй хвостик. И тоже обрезаю. Ну вот теперь лицо нашего пупсика готово. Все, лицо нашего пупсика готово. Итак, беру туловище, беру голову. И сейчас итак, начинаем делать утяжку. Беру голову. И в центр головы, вот там, где у нас было кольцо амигуруми, я ввожу. И нужно аккуратненько попасть в центр. Вот в центр. Вывожу я ниточку подлиннее и вот оставляю хвостик. Теперь беру туловище, от центра отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов отсчитала и в серединку, вот там, где у нас серединка на туловище, на шейке, вот серединка, ввожу между 10 и 9 рядами, ввожу иголочку, вытягиваю и теперь обратно ввожу в центр и вывожу через кольцо, колечко, вот через колечко вывожу. Вот так получается. Теперь хвостик убираю, ввожу опять в центр, чтобы хвостик нам не мешал. Вот так. Ввожу обратно в центр. Смотрю, чтобы вот вышло с центра. Вот иголочка вышла. Теперь я обратно ввожу, только ввожу в шейку, отсчитав 1, 2, 3 ряда. И в третьем ряду ищу серединку и с обратной стороны вывожу. Вот. Вот так. И обратно ввожу в голову и вывожу в кольцо амигуруми. Вот. Вот получается у нас вот такая вот двойная утяжка будет, чтобы хорошо и плотно держалась. Теперь потихонечку, давайте вот так вот расширим еще раз наше отверстие. И теперь потихонечку вводим нашу голову. В натяжечку вот так вот. Вот, чтобы полностью вошла вот эта вот трубочка внутри. Вот, вот так. И теперь завязать вот это. Итак, спрятали мы все ниточки. Вот ничего нету, ничего не торчит, ничего не видно. Голова крутится. Она крутится, конечно, не так, как я же говорила, не скользит, так как на другой пряже. Ну, в принципе, повернуть ее можно. А вот такой вариант, скажем так, кто хочет, чтобы голова все равно крутилась, вот то она, конечно же, крутится. Вот, крутится. Итак, так, теперь давайте с вами еще оденем
иголочку, вот в длинную иголочку оденем ниточку и с вами стянем пупик и попочку вышьем. Итак, приготовила я иголочку, опять вставила плотную ниточку, и теперь мы будем попочку с вами вышивать. Вот смотрите, вставляю вот в кольцо амигуруми, где мы делали, вставляю я иголочку, а вывожу посерединке туловища. Сейчас скажу, в каком ряду. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Между 11 и 12 рядами. Между 11 и 12 рядами. Вывожу ниточку и оставляю хвостик. Теперь ввожу ниточку, ой, вернее, иголочку прямо, а вывожу там, где у нас будет пупик, то есть прямо выводим между 10 и 11 рядом. Мы пупик вышиваем, через 2 петельки отступаем, вот 2 петли отступаем и вывожу в то же самое место, где мы с вами начинали делать попочку. Вот. Теперь здесь у нас остается. И теперь натягиваем вот так вот попочку. Вот прошиваем. Стягиваем здесь и стягивается пупик. Пупик тоже стягивается. Вот и стягиваем еще раз. Один стежок сделаем. То же самое место. Еще раз. То же самое место. Вот теперь завязываю здесь хвостик. На узелок таким образом, чтобы узелок был вот здесь вот внизу возле колечка, чтобы мы его могли спрятать. Завязываю вот так вот здесь внизу. Теперь беру иголочку, вставляю вот в колечко нашей амигуруми, а вывожу в любое место. Затем подтягиваю и прячется узелочек вовнутрь. Вот. Теперь путаю ниточки.
Все, я обрезаю. Точно так же прячем и второй, ой, и вторую ниточку. Вставляю. Итак, вставила я иголочку, тоже ввожу в центр и вывожу в любое место. Все подтягиваю, и узелочка не видно. Вот теперь, чтобы не было видно вот этой вот ниточки, я беру обычную плюшевую ниточку, которой мы вязали тело, и одеваю ее в ту же иголочку. Просто ее сверху, так как ею стянуть невозможно, я просто вот так вот ввожу, не спеша. Просто вводим в любое место, выводим в центр и выводим вот, вот сюда. Аккуратненько, тихонечко, потому что, чтобы ниточка не... И теперь просто ввожу, ой, ввожу сюда, там, где мы делали стяжку, а вывожу там, где мы хвостик оставили. Вот, и просто вот так вот делаю. Пришиваю, можно сказать. Закрываю коричневую ниточку. И точно так же завязываю на узелок. Завязываю на узелочек. Ввожу ниточку там, где мы выводили, и в любое место, и беру и затягиваю. Все, прячется узелочек, и я обрезаю ниточку. То есть утяжку мы с вами делали плотной ниточкой, а просто закрыли ее плюшевой, так как плюшевая ниточка, с ней ей затянуть, ну, просто нереально. Все, теперь беру тоже иголочку с большим ушком, можно маленькую, и просто в любое место тоже вывожу второй хвостик и обрезаю. Потом почистится. Все, пупик у нас есть, попочка есть. И теперь нам нужно сделать утяжки на ручках, чтобы наши ручки двигались. То же самое давайте оденем иголочкой, иголочку и плотную ниточку. Итак, я взяла иголочку плотную, опять длинненькую, и сделала ниточки в 4 раза. То есть у меня здесь 4 плотные ниточки. На всякий случай, чтобы очень плотно держала ниточка. И теперь начинаем с вами, значит, определяем, где у нас будут ручки. Отсчитываем от шейки, получается, там, где мы зафиксировали голову, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Между 4 и 5 рядами мы будем с вами делать утяжку. И серединку выбираем, где у нас серединка туловища. С одной и с другой стороны, чтобы на одном уровне у нас было. Я взяла спицу, определила, чтобы потом не искать ничего. То есть я определила, где у меня будет серединка. Вот, всунула спицу, и мне сейчас удобно будет делать, формировать ручки. Теперь смотрим ручки, чтобы пальчики у нас были правильно расположены. То есть левая ручка и правая. Вот. И теперь начинаем утяжку.
Итак, отсчитываем от первого ряда один ряд, вот, и вставляю сюда, почти между первым и вторым рядом, иголочку, а вывожу с обратной стороны ручки посерединке Таким между один. четвертым и пятым рядами. То есть вот так вот наискосок делаю. Оставляю небольшой хвостик, ввожу обратно сюда же иголочку и вывожу прямо вот по этой же посерединке, по этому же ряду. По этому же ряду вывожу прямо вот и вывожу ниточку. Вот так, с этой стороны, с обратной стороны ничего не видно. Все, хвостик я оставила. Теперь вводим иголочку там, где наша спица. Спицу вынимаем и продеваем нашу иголочку там, где мы зафиксировали нашу спицу. Вот так. Теперь берем вторую ручку. Точно так же серединку смотрим, где наша серединка. Между первым и вторым рядом вставляю иголочку, вывожу между третьим и четвертым. Возвращаюсь и прямо, тоже прямо вывожу. С обратной стороны, с изнаночной. Вот. С этой стороны ничего не видно. Мы протягиваем немного и выводим по телу обратно, в обратном направлении. Вот. Вставляю в то же отверстие и вывожу из того же отверстия, с обратной стороны. Все. Теперь будем просто завязывать и стягивать очень плотно и сильно стягивать наши ручки. Вот так вот получается. Хвостик с одной стороны. Я не хочу убирать иголочку. Она будет немножко, конечно, может быть, звуки создавать неприятные. Но я ее не хочу убирать, чтобы потом просто спрятать ниточки. И поэтому я просто завязываю вот на узелочек, завязываю ручку. И очень плотненько, очень плотно стягиваю. Прокручиваю ручку по кругу и через всю руку. И еще раз завязываю на узелочек. Раз, два. Вот узелок внутри, его не видно, я очень сильно стянула. Вот очень сильно стянула. Теперь нам нужно спрятать иголочку. Иголочку я вставляю приблизительно, смотрю, там, где мы делали узелочек, я вставляю туда иголочку, а вывожу в любое место. Все затягиваю, чтобы ничего не было видно. Все, и теперь путаю ниточки. Все, путаю нитки. Все, обрезаю хвостик. Все. Теперь нужно одеть вот эту ниточку. Делаю ее, чтобы ровненько было. Вставляю сначала иголку, потому что коротенькие хвостики, поэтому я для этого вставляю иголку
туда же, где у нас был узелочек, и вывожу ее, например, вот сюда. Теперь одеваю хвостики все, одела и вывожу. Все, затягиваю. Теперь одеваю другую иголочку покороче, чтобы запутать ниточки. И по новой одеваю. Итак, куколка наша готова, ручки двигаются, вот головка двигается. Давайте измерим ее длину, длину игрушечки. Размер игрушки 30 сантиметров. 30 сантиметров. Вот начало 29. 29-30 сантиметров. Вот такая куколка у нас готова. Итак, давайте свяжем ушко. Ушко вяжется таким образом: 2 воздушные петли, и во вторую петлю от крючка провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, ушко связано. Подлиннее хвостик обрезаем. Фиксируем. Все. Вот ушко готово. Я связала еще второе ушко. Вот. Два ушка готово. Теперь давайте пришьем к голове. Итак, ушко мы пришиваем напротив глазика. Вот. И ищем серединку головы. Вот, и вот здесь вот мы будем с вами пришивать ушко. Вот так. То есть вот здесь. И давайте пришьем.
игрушки. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Все, наш ребеночек готов. Спящий ребеночек готов наш. Играться можно им как угодно. Итак, давайте с вами. Итак, теперь вяжем другую куколку уже с открытыми, вернее, второго пупсика уже с открытыми глазками. Вот, и хотела показать вам, что тело вяжется абсолютно точно так же, как и первый пупсик связан полностью. Ножки, туловище, ручки связаны абсолютно одинаково. Откладываем голова. Голова вяжется тоже абсолютно одинаково, как и первый пупсик. Единственное, что сейчас мы с вами будем вставлять глазки. Глазки я приготовила. Глазки 16 миллиметров. И теперь давайте определим, где мы будем вставлять глазки. Значит, у нас вот это вот место, где мы делали с вами убавки и прибавки, оно очень четко, ярко выражено. Я беру с одной стороны, вот где заканчивается, и со второй стороны, и соединяю вместе. То есть вот эту вот часть соединяю вместе и провожу серединку. Отмечаю себе серединку иголочкой. Вот. Это будет. Отступаем вот от центра 4 столбика в одну сторону и 4 в другую. И у нас между глазками получается 9 петелек по верхней части. Вот по верхней части, если считать, то 9 столбиков. Вот в эти места мы с вами будем вставлять глазки. Глазки давайте вставим самостоятельно, потому что у меня определенным прибором, у меня тут очень плотные зажимы, их я вставляю с помощью молоточка. Специально покупала на Алиэкспресс. Поэтому я сейчас вставлю глазки, как я вам и говорила, вот сюда. Давайте вставим и встретимся. Итак, вставила я глазки. Глазки у нас, напомню, 16 миллиметров. Вот так я забиваю молоточком, они очень хорошо заходят сюда, очень плотно держатся, вот, и очень хорошо вдавливаются, когда забиваешь молоточком, очень хорошо вдавливаются в само полотно, и как будто бы утяжка происходит. Ну, то есть мне нравится, когда это приспособление очень, вот, и глазки тогда выглядят более естественно, не выпучивают из-под пряжи, как бы не выпучиваются глазки, а наоборот они вдавлены и как раз очень хорошо смотрятся в игрушечке. Итак, продолжаем дальше вязать. Значит, глазки вставляем, когда провяжем 19 рядов. Я на голове провязала 19 рядов, затем вставляю глазки. И затем уже делаю полностью убавки. То есть до 19 ряда мы провязываем голову и только потом вставляем глазки. Глазки вставляем между, так, сейчас я скажу, между 13 и 14 рядами. То есть там, где убавки и прибавки. У нас и теперь начинаем вязать с вами 20 ряд. Снимаю маркер. В 20 ряду мы будем делать убавки через каждые 5 столбиков без накида. Провязываю первый столбик, вставляю маркер, 2, 3, 4, 5 и убавка.
Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 36 столбиков. Давайте провяжем. Провязала, теперь 21 ряд. 21 ряд провязываем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 и убавка. Так провязываем до конца ряда, в конце ряда 30 столбиков. Дальше 22 ряд, 3 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 24 столбика. 23 ряд, 2 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. При этом давайте уже постепенно будем наполнять голову. Голову наполняем плотненько, так как мы будем делать утяжку, поэтому плотненько и хорошо набивайте щечки. Все, давайте так провяжем до 23 ряда. Итак, набила я уже голову, а вот плотненько везде провязала до 23 ряда, где у меня уже по кругу 18 столбиков. Теперь с 24 по 31 ряд, это 8 рядов, мы провязываем такую трубочку. Трубочку мы не набиваем, потому что будем вовнутрь ее втягивать. Поэтому больше я здесь не набиваю. Здесь еще я сделала такое отверстие, чтобы у меня было, эта трубочка влезла хорошо. Вот. И теперь давайте свяжем 8 рядов, 18 столбиков без накида, вот такую вот трубочку. То есть по кругу без прибавок и убавок провязываем. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 8 рядов. Теперь вот трубочку из 8 рядов. Теперь 32 ряд. Провязываю так. 1 столбик без накида и убавка. Один столбик без накида и убавка. Вторая. Таких убавок должно быть 6. Один столбик без накида, убавка. Третья. Один столбик без накида, четвертая. Один столбик без накида, пятая убавка. Столбик без накида, шестая убавка. И теперь провязываем все 6 убавочек подряд. Все, теперь я обрезаю хвостик подлиннее и затягиваю. Теперь одеваю иголочку. И теперь давайте свяжем ушки. Ушко вяжется 2 столбика без накида. И во вторую петлю от крючка 5 столбиков без накида. 2, 3, 4 и 5.
обрезаю хвостик и закрепляю. Все. И пришьем ушки уже потом попозже. Второе ушко тоже надо будет связать. А вот, и давайте с вами вышьем носик. Итак, мы смотрим, носик у нас посерединке. Вышиваем его на ряд ниже, чем наши глазки. Вот на ряд ниже. И захватываем 3 столбика. Thank you.
Так, связали мы с вами два пупсика. Хотя это одна и та же, получается, один и тот же производитель, но видите, тот же Himalay Dolphin Baby, но вот этот вот светленький, он получился чуть-чуть меньше. Если вот так вот сравнивать, то немного меньше получился этот пупсик. Значит, даже у одного и того же производителя разная плотность пряжи. Ну, это незначительно. В принципе, давайте померяем их, этих два пупсика. Первый пупсик у нас 31 сантиметр, а меньший 28. Нет, не 28. 29, 29, 30, вот так вот, 29,5. В общем, там незначительная получается размер, незначительный, поэтому, ну, все зависит от вашего желания, либо спящего, либо вам нравится спящий малыш, либо с открытыми глазками. Вот такие вот два пупсика у нас готовы. Я специально связала одного светленького пупсика, вот с голубыми глазками. Второго такого, как бы, мулат. Темненький пупсик. Вот я очень хотела связать одного светленького, одного мулата. Но еще хотела коричневого, темнокожего, но не рискнула. Не знаю я. Вот будет у меня мулат. Значит, и давайте свяжем на них одежду, на этих пупсиков.